Более 2000 студентов из вузов и колледжей Новосибирской области покажут свои таланты на гала-концерте фестиваля «Студвесна». В этом году он приурочен к 85-летию со дня образования Новосибирской области. Какие номера участвуют в конкурсе сегодня, узнала Екатерина Радаева. Сцена и микрофон – все, что нужно вокалисту. Конкурсы по разным направлениям уже идут. Жюри отбирает финалистов. Студентов, желающих показать мастерство хореографии или силу голосовых связок, оказалось очень много. Выступление пришлось разбивать на несколько дней. В каждой сессии больше 80 номеров. У участников есть только одна возможность выйти на сцену. На самом деле сначала мандраж волнами такими. Сначала тебе хорошо, потом опять нагнетает, потом опять нормально, потом опять нагнетает. И перед сценой мандраж, но когда на сцену выходишь, как будто все выходит вот так, и все. И вот когда после выходишь, тогда ты такой: вау, классно. Сегодня второй день просмотра вокальных номеров. Нужно оценить 150 студентов и выбрать самых лучших, которые выступят на гала-концерте. Артисты терпеливо ждут своей очереди за кулисами. Это Арсений, он символ «Студвесны». Мишка дает полезные советы в соцсетях, а за кулисами помогает бороться со стрессом и обнимает всех участников. Самое важное в вокальном направлении – это голос, но смотрят и на сценический номер. Окунуть в атмосферу Мексики или станцевать чечетку – остается на выбор конкурсантов. Выйти в кроссовках тоже можно. Главное – зацепить жюри своей энергетикой. Надо сказать, что даже не точно в нотах не играет такой существенной разницы, потому что мы все чувствуем. И, конечно, основным критерием и главным, чтобы студенты и участники конкурсов доносили тот репертуар, который они брали, чтобы они через себя его пропускали сами, чтобы они это все с чувством пели, понимаете, чтобы мы тоже на это реагировали. Очень хочется, чтобы мурашки по коже шли, подпевать хочется, помогать как-то. Поют не только в одиночку. В конкурсе выступают дуэты и даже большие коллективы. Даниил участвует в фестивале уже во второй раз и планирует продолжать эту традицию. Вообще, в принципе, каждый год и организация, и само мероприятие, оно постоянно растет, уровень повышается, так сказать. Вот, как и исполнителей, да, так и вообще, в принципе, в целом всей студенческой весны. По итогам регионального фестиваля сформируют делегации Новосибирской области, которые представят наш регион на всероссийском этапе, который пройдет в Самаре. Екатерина Радаева, Тарас Тарасов, новости ОТС.